Друзья, всем доброе утро. Вы на канале Spinning Only, и с вами Алексей Филимонов. Сегодня я нахожусь на реке Северский Донец в окрестностях Фигуровки. Через неделю здесь пройдет фестиваль по ловле спиннингом с берега. И я вышел, так сказать, за неделю до соревнований пощупать, потренироваться, посмотреть, как себя здесь ведет рыбка. Сегодня минусовая температура, очень сильный ветер, ледок, значит, образовался метра два. Там, где ослабленное течение, под берегом образовался ледок. Вот я буду сегодня с лайтом ловить и ультралайтом, двумя финезами моими. Первая финеза 1.15, финеза прототип, 2.50, это лайтовый комплект. И вторая финеска 632 ультралайт, обычная финеска моя, до 6 грамм, 0.5-6, это ультралайтовый комплект. Шнуры поставил, на тот комплект поставил 0.3 шнур Micron InTech. Буду использовать в основном пассивные приманки, ну а на лайт хочу также испытать что-нибудь 3-дюймовое, активное для поиска щуки. Здесь на Фигуровке очень запрессованный участок реки, поэтому рыбы будет, скорее всего, очень мало, и я хочу подсчитать время, когда максимальный выход рыбы. По моим точкам, по которым я рыбачу, сейчас ловится с 10 до 2. Все, потом уже начинается тишина. Скорее всего, будет сегодня здесь также. Ну, попробую половлю, и все вы это увидите в этом ролике. Всем приятного просмотра. Друзья, только что сделал пару забросов. И вот приманка Fish & Roy, такой вот фат, виброхвостик. Отбила щука хвост на поклевке. Немножко порезала, судя по зубкам, небольшой шнурок был. Сейчас попробуем доловить. Поставил другой цвет, фиша пьюшат, и в ту точку, где была поклевка, попробуем доловить. Клюнула на ступеньке с центра, но, скорее всего, на центре. Здесь идет небольшая брова, потому что русло под той стороной, а здесь под моих действий, здесь какой-то как стол такой ровный идет, свальчик. И вот она вот там, где вначале я уперся в травинку, подернул, начал пробовать ступеньку и клюнул. А сейчас попробуем на дотяжках доловить. Так, первая рыбка клюнула с русла, приманка пассивная, фишап танта, неплохой окунь, как для соревнований бы такой, если клюнул, было бы великолепно, грамм 80. Друзья, рыбка на ультралайт, это щучка. Большая щучка, клюнула на ультралайт, на вес на 0,7 грамм, приманка Fishtail Ranger. Такая вот щупочка, еще одна щука с этой точки. Друзья, смотрите, что у нее с губой. Губа порвата, кто-то уже ее ловил и губу ей повредил. Такая вот щучка. В общем, две рыбы с одной точки, это уже о чем-то говорит. Попробуем еще повторить. Друзья, клюнул окунь хороший. Приманка Crazy Fish Polaris. И поставил вес 1,2 грамма. И вот такой неплохой окунек. Уже слегка шершавый. Готовится к нересту.
Сейчас проверим такую вот приманку, Нойки Ниндзя, двухдюймовая такая, белая, она больше кофе с молоком. И вольфрамовый микро джигрих Норд Тайланд, 1,5 грамма капля. В надежде на поимку мелкой щучки. Вот, сильно далеко забрасывать не буду. Здесь в берегу держится много малька. Глубина здесь неплохая, друзья. Попытаемся поймать здесь щучку. На пассивную приманку мне уже удалось поймать 3 щук небольших. Сейчас хочу проверить, на активную будут ли поклевки, или все-таки нужно ловить пассивную приманкой. Тут очень хорошая глубина. Там дальше, где плывет мусор, за мусором есть выход на мель. А здесь как канавочка, и она тянется. И есть небольшой подъем. Брава. И именно где-то здесь должна держаться щучка мелкая. Сейчас, если не будет поклевок на актив, попробую в этом же месте пассивную приманку и меньший вес. Сейчас у меня стоит вес 1,5 грамма, а я поставлю 0,7 грамм. Ну и попробую на него. Так, еще пару забросов сюда, где помельче. Так, друзья, сделал 6 забросов активной приманкой и не было поклевки. Сейчас попробуем в этом же месте полегче вес, 0,7 грамм и пассивную приманку. Я использую застегу. Так. Ну, пожалуй, то, на что поймал, и поставим сейчас. Fishtail Ranger. Даже он здесь у меня не целый. Нежный пассивный червячок съедобный. Вот в таком цвете. 124-м. Кажется, 124-й, да. Карамель такая. Карамель с зеленой точкой. И там, где я ловил сейчас, пробовать на активную приманку, на двухдюймовую ниндзю. Сейчас проведем эту же вот пассивную, но уже на легче весе. И попробуем проводку более такую вялую, с большими паузами на дне. Сейчас хочу, друзья, под этой веткой, которая нависшая, под ней сделать проводку. В основном все кидают лево и вправо, под ветку не бросают. И там, на том пятачке, может стоять рыба. Есть. Друзья, срез был. Это была щука. И вот вам секрет, сразу открываю я. Смотрите, все кидают прямо. И кидают, все кидают влево и вправо от нависшей ветки. То есть ветка не дает кинуть под нее. Я покидал сюда, ничего не было. Покидал сюда, ничего не было. Кинул под ветку, сразу срез щуки. То есть вот на щука стоит. Скорее всего, здесь тоже за день прошли люди, потренировались. И они бросали именно вот сюда, чтобы не зацепиться в ветке. А рыба стоит точечно, она не активна, держится на одном месте. И вот именно там она стояла и клюнула меня, но срезала приманку. Но я думаю, на фесте мне это пригодится. Даже если я на эту точку не стану, потом просто подойду сюда и кину под ветку. Итак, друзья, давайте подведем итоги моей сегодняшней тренировки на фигуровке перед предстоящим фестивалем. Я поймал сегодня 3 щучки и 2 окуня. И был один срез щуки. В итоге я ловил лайтом и ультралайтом. На лайт мне удалось поймать 1 окуня. Остальная вся рыба была поймана на легкий вес 0,7, 1,2 грамма, пойманная в берегу. По приманкам сегодня хорошо сработала приманка Bait Breeze Fishtail Ranger на 0,7 граммах в цвете карамель. И приманка Fish Up Tanta 2-дюймовая в цвете масла. На эти 2 приманки мне сегодня удалось отловиться. Ну, посмотрим, что будет на фестивале.
Друзья, всем привет! Вот и настал день участия в фестивале. Сегодня мы находимся на реке Северский Донец, на Фигуровке. Здесь проходит соревнование по береговой ловле спиннингом Тандем Фест. Сегодня мы участвуем с Саней Шамаем. Всем привет! Команда Spinning Only. А вот, смотрите, стоит один участник, Андрей Белых. Вот, и еще Жека Воронько, и еще и Жека Труков. Вот он. Я 21-й. 8-й. А я 2-й. Друзья, был расход, теперь ждем старт. Я занял такое местечко. Здесь дерево и небольшая такая заводь. Попробую здесь поймать окуня. Прошел первый тур соревнований. Я был в зоне Б, Саня в зоне А. Ну, как я упирался в окуня, пробовал ловить окуня. До конца, за 10 минут до конца, клюнул один окунь, я его слил. Закончил тур с баранкой. Ну а Саня молодец, отловился. Да, поймал 3 рыбы, 2 щучки и 1 окуня. Все на легком весе. Много перемещался. Ну, короче. Ну, будем дела. Да, ждать. Сейчас поменяемся. Саня пойдет в зону А, я пойду в зону Б. Ну, посмотрим. Попытаюсь шансы реабилитироваться, да. Много нулей, поэтому шансы еще есть. Ушел от нуля вот таким вот окуньком. 70. 70 грамм. Доловился еще одной щучкой. 356 грамм. Завершился второй тур, теперь все наоборот. Я с рыбой поймал щучку и окунь, а Саня с нулем. Ни одного контакта. Ну, будем ждать. Много команд с нулями. Будем ждать результатов, подсчетов. Посмотрим. Это наш фестиваль Тандем Фест 2021 Фигуровка. Приняло участие 62 человека, 31 команда по 2 человека. Без нулей 13 человек, с одним нулем 24 человека и с двумя нулями 25 человек. Рыбалка вышла трудовая. Давайте друг друга поприветствуем. Всего поймано 63 рыбы общим весом 15 килограмм 760 грамм. Из них 31 окунь на 4 килограмма 43 грамма общего веса и 32 щуки общим весом 11 килограмм 717 грамм. Бигфиш у нас сегодня есть. Кердивар Валентин, щука 2791 грамм. Выходи. Поздравляю. Молодец, красавчик, просто да. Командный залик. Значит, 6 команд у нас не поймали ничего. Сумма мест 128. 25 место. Команда Нана Миньоны. Сумма мест 110, 53 грамма. 24 место. 2 окуня. Сумма мест 108,5, 40 грамм. 23 место. Команда Каминец. Один окунь был, да? Сумма мест 108, 145 грамм. 22 место. Команда, которая так и называется. Команда. Сумма мест 105, 264 грамма. 21 место. Команда Тандем. 101 сумма мест и 212 грамм. 20 место, сумма мест также 101, 355 грамм, команда Изюм 4. 19 место, сумма мест 98, 317 грамм, команда Сокол. 18, сумма мест 97, 494 грамма, команда Фишинг Мания. 17 место, также сумма мест 97, 959 грамм, команда Бубырь. 16 место, сумма мест также 97, 2791 грамм, Бирна. Это Валерчик.
15 место, 84 сумма мест, 251 грамм, команда Як Тим. О, 15-ку. 14 место, сумма мест 80, 432 грамма, команда Агент 2.0. 13 место, сумма мест также 80, на 8 грамм больше рыбы поймал, 444 грамма рыбы, команда Берег. 12 место, сумма мест 78, 450 грамм, команда Фёрсткаст. Сумма мест также 78, 527 грамм, команда Клёвая. Сумма мест также 78, 665 грамм. 10 место, команда Флагман. Сумма мест 72. Вы не рады? 820. Команда Флагман, 10 место. Ура! 9 место, сумма мест 72 и набрав 822 грамма. Геофишинг. Сумма мест 69, набрав 1046 баллов. Восьмое место, команда Спиннинг Конли. Спиннинг Конли. Седьмое место, 63,5. Сумма мест 140 баллов. Команда Трубейт. Шестое место, сумма мест 62, 438 баллов. Команда Ёжи Тим. Пятое место, сумма мест 58,5, 465 баллов. Команда Трубейт Див. Трубейт Див. Четвертое место, сумма мест 57, 639 баллов. Команда Заричка. Бронзовыми призерами, набрав сумму мест 25,5 и 964 балла, становится команда Angry Purchase. Сумма. Сумма! Награждаетесь медалями. Вкусняшками от фишапа. Всякими вот от вас поделитесь. Это вам в дорогу. Не скучать. И от фишапа. Спасибо. Алёша вас фоткает или кто? Витаем о бронзовых призерах! Тренировки, там что-то точки, сумма мест 23, набрав 1491 балл. Второе место занимает команда Салтовский легион. Салтовский легион! Второй раз человек на участке награждается медалью. Солдатчане. Так, что у нас? Ага, вот это вот. Да, это что? Я дал. Спасибо. Приезжайте еще. Так, и сумма мест 21, набрав 1356 баллов, чемпионами становится команда Мотоперда и Лиса. Я все-таки думаю, Лиса и Мотоперда, но это были правильные. Мотоперда или с Лисой? Награждаются медалями. Гуняки, еще успела рыба наловить, Мотоперда. Кубками победителей. От компании Лиша. Вкусняши. И Лёш, накидай мне. Да я могу так выиграть. И это тоже всего. Лисица, ну сколько можно медалей всех брать? Я уже не могу, блядь.
Я неделю назад две прицепил, отдать одну. Бабунов вас спрашивает, можно воскресенье тренировать? Можно, Алексей, цепляй. Зачитываем только тех, у кого есть какой-либо результат. Итак, у нас 37 место, 47,5 сумма мест и 40 грамм. Подлесный Александр. 36 место. Шудрик Игорь. Бронзовым призером, набрав сумму мест 11 и 1108 баллов, становится Артемов Игорь. Салтовский легион. Салтовский легион. Это у чего он был? Награждается медалью. Вкусняшками от шапа. И вот этими вот нужностями. Витаем бронзового призера. Второе место. Сумма мест 10. 602 балла. Становится Скляр Стас. Энгри Перчи с суммы. Медалью от фишапчика. И там всякие вкусняшки внутри. Фотку. И сумма мест 7, набрав 616 баллов, переможцем нашего фестиваля становится Понежда Александр, команда «Мотопердая лица». Очевидно, это и есть та самая «Мотоперда». Это «Мотоперда». Кубок переможца. Спасибо. И вкусняшки, это я сюда. А я не приеду на следующий день. Саня, смотри, теперь ты будешь знать, где у тебя клевало. О, хорош. Сигареты Бабуновой. Сигареты. Айкос. Айкос. Витаем переможцу!